Привет всем! С вами Ольга со своим реальным обзором. Как я вам уже и обещала в предыдущем видео, поговорим опять сегодня о румяшечках наших, о наших щечках красненьких. Ну и вот, сегодня мы будем говорить о таком, ну вы знаете эту фирму все, Physician Formula. Я заказала себе такие румяшки от этой фирмы. Они не так давно вышли. Но что я хочу отметить? В последнее время мне, конечно, этот бренд немножко радует. Немножко радует, прям совсем радует, неожиданно. Давайте вот разберем вот такие тенюшки. Посмотрите на его принт. Да? Смотрите, сколько цветочков, колокольчиков различных. Конечно, не колокольчики, не знаю, что за цветы. Сама вот по себе вот это вот... Футлярчик такой, знаете, немножко пуганенький, весь такой тонкий, мыльница. Но, посмотрите, мы открываем, здесь еще, вы здесь можете, правда, хранить мыло. Здесь есть такая кистюлечка, она, конечно, никому не нужна. Ох, она такая жесткая, ну, можно ботиночки почистить, тоже очень хорошо. Вот, все это вот так вот выглядит, даже зеркало там присутствует у нас. Но запах... Запах такой вкусный, вот понимаете, прям приятный. И что радует, эти румяшки, их можно хоть как, можно темненькими, рыженькими, бежевенькими. Все это, конечно, можно и смешать, как делаю я. Давайте вот прямо сейчас мы это и сделаем. Мы прям смешаем. И что у нас получается? У нас получается, посмотрите, с какими отливами. Конечно, можно сделать посветлее. Куда ваша кисточка воткнется, такая вы и будете матрешечка красивая. В принципе, они очень стойкие, нормально пигментированные. Вот они когда садятся, то они с вами будут весь день. Проходите весь день, и фиксировать их не нужно. Запах обалденный, плюс они такие шелковистые. Меня это очень удивило. К цене. Они стоят сейчас на Люкс Плюсе, я их брала 10 евро. Смотрите второй вариант. Это вот такие они, вот этот вариант был, это, как же, с каким-то маслом он что ли, или еще что-то. Они такие сатиновые, такие мягенькие, сатиновые. Но есть другой вариант. Вот тоже они такие градиентные, как, ну не градиентные, но все равно с этими разноцветными кем? С пигментами. Вот, тоже тут все есть, мыльницы, все есть, щетки, все есть. Все одно и то же, но немножко оттенки другоякие, видите, тоже более такого холодного, да, они не теплые, они вот такой в какой-то холодной гамме все. Тоже вот и темненькие, пожалуйста, и светленькие. И когда их смешиваешь, они немножко, не немножко, они просто матовые. Различные, вот понимаете, если тут немножко сатин, а это матовый, наглухо причем. Запах тоже у них очень приятненький. Ну, это я вот так, надо будет их, конечно, поднаслаивать, потому что это сильно-сильно матовые. Но тоже, понимаете, тоже хорошо держатся. На удивление, обычно у меня все такие вот матовые очень... быстро осыпаются, а они дают какой-то пигмент, что ли, что, в принципе, все остается. Но если выбирать, конечно, из двух, вот эти или первые, я себе бы, конечно, вот оставила вот эти на постоянную основу. Они мне как-то больше вот душу мою греют, больше мне нравятся. А эти вот, не знаю, может быть, подарю кому-то, кто любит... Такие текстуры более сухие. Я люблю, чтобы, знаете, уже прилепилось, так прилепилось. Чтобы ничего уже ветром не улетело, никакая румяшка. Чтобы все стоит на месте, приколочено. Но однозначно, вот, допустим, я буду рекомендовать, могу рекомендовать вот эти вот румяна. Особенно вот эти разноцветные цветочки. Просто очень красиво это выглядит. И... Переходя потом уже к следующему видео, я еще хочу вам рассказать про эту же Physician Formula. Мы поговорим, расскажу в следующем видео вот про такую палетку для лица. Я это расскажу в следующем. Чтобы закончить это видео, да, давайте подведем итоги.
Румяшки интересные, хорошие. Да, могу рекомендовать. 10 евро. Это недорого. На Люкс Плюсе, не знаю, в магазине, может, и подороже. Где сделаны они? Непонятно, где они сделаны. Made in China. Вот это уже портит настроение. 4,5 грамма Made in China. Но, надеюсь, все было под контролем, потому что хороши. Они вот эти хороши. Эти у меня на каком-нибудь 10-м месте, в принципе. Ну, в общем, все. На этом я заканчиваю. Жду вас в следующем видео про формулу, про палетку для лица. Все это расскажу вам, свои наблюдения. Всех вас люблю, целую, как всегда. Счастья, здоровья. Будьте любимы. Пока-пока.